Весенний микс категории крем, премиум спринг Шотландия. Данный лот весит 35 килограмм. Тут мужская, женская, детская одежда. В основном, конечно, женская. Так, очень много этикеток. Обычно бывает и вещи без износа. Вот, например, мужская рубашка марки H&M, точнее мальчиковая, на 14 лет написано, новая с этикеткой. Далее размер указан SM. Так, европейский размер указан 46, соответствует это у нас 52 российскому размеру. Здесь 18 размер, это получается 52. Джинсы детские, наверное, да, маленькие. Состояние отличное, без видимого износа. Вот в упаковке мужская рубашка с галстуком. Правда, упаковка, видите, помялась. Но рубашка целая. Рубашка, кстати, с длинными рукавами, да, размер, по-моему, большой, но тут 16,5 написано. Не могу сказать именно, какой получится российский размер. Мне кажется, не маленького размера рубашка. Так, М-ка. Брюки женские марки Coro-Coro, новые с этикеткой. Так, платье марки Джордж. Кардиган размер указан ML. Тоненький кардиган. Так, мужская рубашка новая с этикеткой большого размера. Рукава тоже длинные. Это микс весенний, поэтому рубашки тут с длинными рукавами. Очень мало будет футболок. Это, по-моему, платок. Да, новый платок марки Bonaparte в упаковке. Женские брюки марки River Island. Размер указан 14. Очень много вещей с этикетками. Так, марка Next. Футболка 12 размера. Получается российский 46. Марка Gas. Хороший бренд. Это, по-моему, шорты. Да, шорты марки Gas. Размер указан 36 здесь. Это что такое? В общем, девушка внутри. Подарок на 23 февраля мужикам. Так, детские штанишки и детская рубашка новая с этикеткой. Размер... А, на 4 года написано, да? Новая рубашка. Рукава тоже длинные здесь. Марка Benetton. Среднего размера платья. Так, здесь у нас указан 40-й размер. Это, по-моему, блузка. С пайетками 46-го, получается, российского размера. Клатч. Новый с этикеткой марки «Атмосфера», по-моему. Нет, просто так «Сарайс» написано, «Аксессуары». Так, здесь женские трусики. Их раз, два, три, четыре, пять. Марка «Марк Спенсер». Размер, к сожалению, указан. Так, нашел 38-й, по-моему. Да, 38-й указан европейский размер. Марка «ГУЭС» — это у нас итальянский бренд. Достаточно хороший, наверное, знаете. Размер средний указан. Маечка среднего размера тоже «М-ка». 12 размер, это, по-моему, вискоза, если не ошибаюсь, 46 размера российского. Папайя, размер 10, платье примерно 44 российского размера, в отличном состоянии. 14 размер здесь указан, соответствует 48 российскому размеру. Вновь марка Папайя, но на этот раз уже размер 20, это женская рубашка, примерно 50 какого? 6 или 4? 6, наверное, да? Размер M, еще одно платье. Марка «Атмосфера», размер указан 46 европейский, соответствует 52 российскому размеру. Марка «Дизигуал», кстати, очень интересный, яркий такой бренд. Размер L, это мужская футболка новая с этикеткой. Детские брюки, школьные на 10 лет, эти написаны «School», они с этикеткой для школьников. Так, юбка маленького размера указан 38 европейский размер. И еще одна, по-моему, да, это юбка. Марка Monsoon, размер указан 40, соответствует 46 российскому размеру. Coro-Coro, по-моему, блузка, новая блузка в упаковке. Так, далее, River Island, это у нас юбка, примерно 46-48 российского размера, юбка новая. Женская куртка марки George, парка, состояние отличное, без пятен, без видимого износа. И вот такая симпапулька. Классная игрушка. Так, здесь у нас, по-моему, футболка в упаковке. Размер указан средний M. А далее носочки. 23 февраля, конечно, прошло. Немножко опоздали. Надеюсь, вы успели подарить носочки своим любимым. Ну, дезодоранты. Марка Next. Размер 12. Льняной пиджак 46-го, примерно российского размера. Детское платье марки George. Элька, вот новое платье с этикеткой. Далее юбка на 10-11 лет примерно.
Марк Спенсер. Это кардиган без рукавов. Так. Это как называется? Я такие не одевал, просто не знаю. Ну, в общем, боди какой-то новый с этикеткой. Джордж. Размер небольшой здесь. S либо M. Детские штанишки на 4 года. И здесь у нас колготки, по-моему. Женские новые упаковки. Так, 36 размер указан европейский. Туника примерно 42 российского размера. В отличном состоянии. Такие тоже не нашел. Детская футболка до 3 месяцев. Так, штанишки на 4 года. Новые. Далее марка Джордж. Размер там не указан. Давайте поищем здесь. 46 европейский. Это соответствует 52 российскому размеру. H&M. Блузка 36, по-моему. Да, 36 европейского размера. То есть маленькая блузка. Примерно 42-го российского получается. Шарфик. Забыл это слово. Марка Атмосфера. Размер указан 40-й. Леггинсы примерно 46-го российского размера. Тоже новые с этикеткой. Красивые трусики. Женские трусики все красивые, по-моему. Марк Спенсер. Так, здесь у нас размер указан средний М. Детское платье. Новое с этикеткой. Возраст я только тут пока не вижу. А, от 9 до 12 месяцев написано, то есть до года. Марка New Look, размер указан 44, нет, 46 европейский, это соответствует 52 российскому размеру. Женская блузка с короткими рукавами и юбка новая с этикеткой на 13-14 лет. Классная юбка. Так. Далее, 8-9 лет указан возраст, детские джинсы в отличном состоянии. 18 размер, соответствует 52 российскому размеру. Марка Next кардиган 12 размера, 46 по-русски уж получается. Это Олимпика, написано XS, хотя, знаете, самурай написано. Кажется, как будто побольше, не совсем XS, ну ладно, бог с ним. Так, размер здесь указан 42 европейский. Это туника примерно 48 российского размера. Новая туника с этикеткой. И джинсы тоже новые. С этикеткой. Напоминаю, что это у нас Шотландия. Весенний микс категории крем. В основном женская одежда. Также вот есть и мужские, и детские вещи. Весит данный лот 35 килограмм. Размер указан 12. Соответствует 46 российскому размеру. По поводу бронирования. Для заказа, пожалуйста, пишите, звоните Эльвире. В комментариях к видеообзору указаны все у нас способы связи. А марка New Look, платье 14 размера, вискоза, примерно 48 должен быть российский, конечно. А джинсы маленького размера 34 указан здесь. Состояние отличное, без видимого износа. Детский бодик. Размер 18, 52 размера. Назову это пиджак. Экстази. Есть такой итальянский бренд. Не путайте с таблетками. Марка Next, размер указан средний. И джинсы марки Reverant на 10 лет. А вот и новые джинсы. Кстати, много джинсов, по-моему, да? Размер 32. На высокий рост. То есть не короткие. Так, это у нас марка Sandwich. Редко попадается данный бренд. Размер указан 40-й, соответствует 46-му российскому размеру. H&M на 7-8 лет джинсы. Это вот так вот одевается, оказывается. Марка Джордж. Тридцать шестой размер указан европейский. Марка New Look. Ну, типа под кожу сделано. Это называется, по-моему, восковая обработка, или как-то это обрабатывается. Next на 9 лет детские шорты. TU размер указан 14, женский джемпер примерно 48 российского размера. Юбка примерно, так, 50, наверное, скорее всего. Марка Next, блузка девчачья. И здесь 38 размер указан на этой юбке, то есть получается 44 российский размер.
Джемпер женский марки Джордж или худи, как правильно, не знаю. Юбка марки Next 12 размера, примерно 46 российского получается. Папайя здесь у нас размер указан на 16. Неужели 50? Больше похоже на 48, конечно. Или 46 даже. Марк Джордж, размер 46 европейский указан, соответствует 52 российскому размеру. Он новый абсолютно. Марка Сесиль. Это снуд, оказывается. Я думал, блузка. Снуд. Футболка женской марки Adidas, размер L. Детская футболка марки Джордж. Так, 36 размер указан европейский. Женский пиджак. Так, М-ка. Размер средний. Далее, 12 размера платье, то есть примерно 46. Отличное платье, без видимого износа, в хорошем состоянии. Кстати, все вещи такие. Пока вот каких-то косяков нет. Посмотрим, что будет дальше. Марка Gap, размер указан XL. ФБшная женская рубашка. Еще одно платье марки Джордж, примерно 50 российского размера. Размер 42 указан европейский, соответствует 48 российскому размеру. Блузка. Так, тонкий джемпер со срезанной биркой. Женский джемпер. 38 размер указан европейский. Получается 44 российский. Детская, по-моему, это юбка. Далее Zara. Это мужская рубашка. Элька. То есть примерно 50-й российский размер, а может быть 48-й. 100% хлопок указан в составе этой майки. Искусственная кожа. Так, детское платье марки Next. И детская рубашка на примерно 12-18 месяцев. То есть получается на год, на полтора года. Прикольная мужская рубашка в отличном состоянии. ХБшная, размер примерно 48-50. Так, на глаз. Здесь, к сожалению, размер что-то не указан, но он достаточно большого размера. Женские летние штанишки, брюки. Болеро 22 размера, примерно 56, по-моему, получается, российский. Это у нас Джордж, размер S. Мужской джемпер марки Джордж, маленького размера. Без катышка, в отличном состоянии, без видимого износа. Платье 38 европейского размера, соответствует 44 российскому размеру. Первое платье. Так, далее Элька. Примерно 50-й, по-моему, российский размер. Здесь Марк Спенсер, 44-й указан европейский размер, то есть юбка примерно 50-го российского размера. Лупилу, 86-92 сантиметра указан рост. Это, по-моему, платок или снуд? Нет, все-таки платок. Или шарф? Шарф или платок? Шарф. Шарф. Подсказывают эксперты, что это шарф. Я сам не эксперт. Толстовка большого размера. Элька. Кстати, утепленная толстовка с начесом. Состояние отличное, без катышков, без видимого износа. Марка Topshop 38 указан европейский размер, соответствует 44 российскому размеру. Джинсы среднего размера, тоже в хорошем состоянии. 16 размер указан здесь на бирке этого кардигана, получается 50 российский размер. Мужская футболка маленького размера, S-ка. Так, блузка. Непонятная. Марка New Look. Размер 46 европейский. То есть получается 52 российский размер в данном случае. И спортивные штаны теплые с начесом маленького размера S-ка. В отличном состоянии. Внизу, кстати, вот тут есть резинки. Они эластичные, не растянутые. Состояние хорошее. Маечка. Так, джемпер женский. Назову это так. Марка Rebel. Мальчиковая рубашка на примерно 10-11 лет. 10-й указан размер, соответствует 44-му российскому размеру. 18-й, то есть получается примерно 52-го размера данные бриджи. Пиджак маленького размера 10-го, это 44-й. По России, российский размер имею в виду. И последняя вещь из этого мешка, это весенняя куртка. Размер 8-й, то есть маленький получается, с капюшоном. Состояние отличное, замок работает. Видимо, износа нет. На этом все.